Анджелина Джоли впервые ступила на ковровую дорожку как режиссер. Голливудская звезда и ее бывший супруг Брэд Питт приехали на премьерный показ фильма Джоли под названием «В краю крови и меда», который состоялся в Нью-Йорке. История любви между сербским солдатом и боснийской пленницей разворачивается на фоне боснийской войны. Сама Джоли отзывается о картине как о достаточно сложной. В этом конфликте и вообще в происходящем в регионе разобраться очень непросто. Возможно, от зрителя потребуется немного терпения. Надеюсь, в фильме достаточно элементов драмы, которые пробудят в зрителе желание посмотреть картину. Уверена, что публике понравятся персонажи, они достаточно ясно прорисованы. Но лента в то же время очень жесткая. В фильме отражена жестокость. Надеемся, зритель по-настоящему ощутит себя в центре страшных событий. Для придания истории правдивости на роли в фильме Джоли подобрала местных актеров. Работа с таким актерским составом многому ее научила. Они актеры, но отличные от тех, с кем я работала ранее. Они выкладываются по полной, потому что пережили войну. Они обладают глубиной эмоций, которые мне не понять. Благодаря пережитым страданиям, теперь они переполнены радостью жизни и страстью. Ответный комплимент от актрисы Ванессы Глоджа не заставил себя долго ждать. Она очень хорошо знает, как себя вести перед камерой, что требуется от актера. Анджелина очень много знает, и поэтому она очень помогла мне добиться проявления эмоций и поддерживать их на протяжении съемок. Насчет будущих планов у Джоли уверенности нет. Я не снималась несколько лет, так что даже не знаю, к какой именно профессии себя отнести. Я в раздумьях. Еще не появившись в прокате, лента стала причиной скандала. Хорватский журналист подает в суд на Джоли, потому что сюжет фильма якобы основан на материале, написанном им в 2007 году. Фильм выйдет на российские экраны 23 февраля.